Сегодня в северо-западном районе столицы Чувашии прорвало трубу. Вода залила дорогу по улице Мичмана Павлова. Вот что объяснили в водоканале. 9:30 произошла утечка воды, повреждение на магистральном водоводе. 600 миллиметров оперативно перекрыли данный водопровод. Вызваны представители, техника. Торекс начали убирать данную воду. Согласно нашего договора, все идет сейчас своим чередом и установленном порядке. Все жители с водой в настоящее время. Приняты все меры для того, чтобы убрать всю воду и посыпать песчаной смесью. Чтобы понять причину прорыва воды, специалисты проведут обследование участка.